Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня у меня просто супер-пупер новость. Вау, вау! Мне купили беззубика. Мы с родителями пошли, и мне купили вот такого няшечкового беззубика. Из той же серии, как у меня был клей-ваклык. Вот, я его засунула в коробочку. Как вы помните, мне его подарила моя подруга на мой день рождения. И это тот же самый беззубик. Мы потом сходили с родителями и нашли беззубика. Также в коллекции, как вы знаете, присутствует гранила, которую, скорее всего, я, может быть, тоже прикуплю. И теперь такое, как скажем, небольшое вступление, небольшое обращение к хейтерам. Вот просто скажу, что есть. Если вам не нравится «Как приручить дракона», не смотрите. Смотрите «My Little Pony». Блин, ну у меня не должен быть канал только «My Little Pony». Я снимаю то, что я хочу. Я снимаю драконов, потому что, ну, мне не нравится. Я и снимаю «My Little Pony». Я, блин, снимаю то, что я хочу. Это мой канал, это мое мнение. Как бы вы тут вообще на мое мнение почти хейтеры, блин, не влияете. Не хотите, смотрите, смотрите пони. Это мой канал. Я хочу, снимаю. Как бы вы тут вообще никакого не имеете такого всего. Просто все. Да. Так, давайте уже вернемся к беззубику нашему. И что ж, давайте его рассмотрим поближе. Точнее, давайте его коробочку. Коробочка такая же с символом такой ночной фурии вроде. Это разящий, я не помню. Значит, потом. Тут написано тоже «How to train your dragon, the hidden world, Dreamworks». И как мне кто-то написал, что я плохо разбираюсь в английском языке. Ребята, блин, я учусь. Блин, ну как будто вот все хорошо, как будто вы хорошо, как бы знаете английский язык. Конечно, не все хорошо знают английский язык. Вообще английский язык распределяется на две группы. Английский язык и английско-американский. Блин, кто знает, как правильно? Может быть, я не читаю неправильно по-английски, может, я правильно читаю по-американски. Блин, ребят, ну чего вы придираетесь к такой мелочи? Конечно, действительно, это по-детски просто. Это по-детски к такой мелочи придираться, блин. Я даже не придираюсь. Ну что неправильное ударение? Блин, ну просто человек, может быть, учится. Вы подумайте, как бы, перед тем, как писать такое, блин. Ну, я же еще учусь. Да, блин, как и вы. Ну, давайте, ладно, приступим дальше. How to Train Dragon, Dreamworks. Такая же фирма, точно, Spin Master. Если правильно, конечно, читаю. Потом тут у нас тоже нарисован беззубик и икинг. Так, что у нас тут еще есть? Здесь у нас еще есть надпись Toothless и надпись, точнее, значок разящий, да. Кстати, я не заметила, но вот мне показалось, что это очень похоже как на чешую дракона. Вот именно на беззубик я когда смотрела упаковку потом от моего клёклока, очень похоже на чешую именно беззубика. Вот у него вот здесь вот на лапах можно присмотреться, такая же чешуя. Так, что ж, давайте посмотрим, кто тут есть в коллекции. Это Hookfog, Toothless и Starfly. Я очень хочу Грангильду, ну, как вы знаете, это Грангильда, это Беззубик, а это Кривоклык. Как это все переводится? Вот, тут нарисован наш Беззубик. Как я поняла, он с черным хвостом, так как в третьей части Икинг ему сделает новый хвост, черный, с которым он сможет сам летать, и уйдет в дневной фурии в скрытый мир. Да, печально, конечно, что последняя часть, что драконы уйдут. Но, как мне стало известно, драконы вернутся, там, беззубик вернется с детишками. О, это вообще прям няшечка, когда я узнала об этом. Я, не знаю, у меня такая улыбка вообще была. Я не знаю, вообще я прям рада. Так, давайте еще посмотрим. Тут тоже так же нарисован беззубик, вот такой мордочка его, с такой синей штучкой, как во второй части. Я говорю, у него синяя спина была. Вот эти штучки, они у него раздвоились и были синие. И вот эти тоже, вот тут. Вот. Так, давайте-ка уже достанем нашего милашку, няшку, самого милого. Из коробки. Тут он очень легко, давайте я вам покажу, как я делала. Просто вот беру. Опа, магия. Так, что ж, давайте его достанем. Коробочку мы уберем. Вау! Вау, ребята, вау, просто вау. Это я не знаю, как даже объяснить. Ну, просто вау, да, вау. Господи, вау. О, мама. Как я мечтала об этой... О, вау, да.
Так, вот давайте обратим внимание на его хвост. Вот именно я хотела обратить внимание на хвост. Вот как я говорила, Безубик сделает сам себе хвост. Икинг сделает Безубика хвост. Вот такой вот. Вот эта половинка, она не настоящая. Вот видно тут такие штучки, которые помогают Безубику одновременно две части вот так вот там открывать, как он их там... Ну, одновременно, короче, двигать двумя частями хвоста. Протезом вот этим вот, так называемым хвостиком. И настоящим. Так, давайте его поставим на ноги. Вот он, да? О, стоит, да. Шикарно, шикарно стоит. У него двигаются лапки, смотрите. Шикарно, вот-вот. Прикольно, прикольно. Ой, эти двигаются. Вау-вау. Ну, я, конечно, видел, что он двигается. Так, как он сейчас у нас стоит будет? Эй, не стоит. О, сейчас мы ему лапу поправим. Вот. Вот он, король всех драконов. Так, давайте посмотрим. В принципе, хвост сделан качественно. Даже вот эти штучки на правильном месте. Так, давайте посмотрим у него вообще вот так вот на него. Так, спинки. На спинке у него сделаны его же такие, как шипчики такие хорошенькие, которые у него были раздвоены, я помню. Во второй части он это узнал. Еще такой, как я узнала, это маленькие крылья. То есть это не что-то другое, это именно маленькие крылья, которые у него присутствуют. А вот, это именно хвост. Это именно хвост, чтобы не путать. Вот его большие крылья, которые вот так вот можно сделать. Вот, прям вот сейчас как стартанет и полетит. Вот так сейчас мы сделаем. О, сейчас на старт и уи. Да, крыльями он может вот так вот шевелить, а дальше... Да, он дальше может вот так. Короче, крыльями он может по-любому шевелить. Давайте поставим так, что и посмотрим тут. Так, у него мордочка. Давайте посмотрим на мордочку его. Так. Мордочка красивая, глаза сделаны качественно, зеленого цвета. У него тут такие зрачки большие, так как я точно помню, что у меня есть Безумик из первой части. Сейчас вам его покажу. Он такой старый уже. Вот у него там зрачки не такие маленькие вообще, суженные, так как, ну, в первой части, помните, у него такие вообще глаза были такие дикие. Он не был совсем таким прилученным, ну, был еще такой дикодневной ночной фурий. А вот уже именно из третьей части Безубик у него прям такие глазки добренькие такие. Ну, вообще, то есть добрый король, там дракон, всех драконов вообще очень добрый. Я думаю, он просто еще был рад, так как у него появится вторая половинка дневной фурии. Кстати, если я куплю дневную фурию, на нее обязательно будет обзор. Обязательно. Без каких-либо нет-нет и да-да. Да-да. Так. Ну, вообще, он очень прикольный, его можно в разные вариации, вот так вот, например, вот. Знаете, как кошки крадутся, вот так вот, ну, вообще, добыча, когда они подходят, вот так вот, одну лапу сюда, другую назад, там. Это Безубик у нас в позе кошки на охоте. Пантера такая черная. Так, ну, давайте его рассмотрим мордочку. Значит, у него очень красивые и качественно сделаны ушки, даже вот такие маленькие, тоже как шипчики. Глазки милые, как я говорю, все качественно сделано. Ротик, вот тут даже есть полосочка ротика. Все, да. У меня никаких придирок нет. Качественные штучки такие, да. Посмотрим его лапы. Лапы у него почти все одинаковые. Рассмотрим передние. У него 4 коготочка, как и должно быть. Лапки вот такие, мягенькие, хорошенькие. По всему телу виден рельеф его чешуи. Здесь тоже есть такие шипчики, но они есть только на передних лапах, на задних лапах у него нет. Так, вот задние лапки. Перейдем к ним. У него тут тоже 4 коготочка, тоже сделан такой рельефчик, но здесь отсутствуют такие вот шипчики. Так, давайте рассмотрим крылышки. Крылышки у него черного цвета, очень красивый, очень. Так, значит, крылышки у него автоматические, они у него так вот их можно, вы поняли, сгинать, так же, как и лапки. И, кстати, у него еще голова поворачивается. То есть он вот такой, может быть, вот так. Вот так. О, господи, бедный. У него и вокруг голова крутится. Но я не хочу просто, потому что еще что-нибудь случится, а я очень дорожу этой игрушкой, потому что мне очень нравится. Так, значит, крылышки у него с двух сторон одинаковые. Вот такие вот прожилочки. Ну и тоже чешуя, такой рельеф есть. Пузико, кстати, пузико мне нравится. У него тут такая, как грудка такая.
И вот тут маленькая такая полосочка, манюсенька, манюсенька. Так, вот я говорю, у него тут везде лилев чешуи, прям везде, 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 везде. Качественная игрушка. Там у меня к этой игрушке тоже претензий нет, как и к кривоклыку. Игрушка хорошая, качественная. Мне очень нравится. В принципе, она сделана очень хорошо, но я не хочу ругать первую и вторую часть по игрушкам. Они тоже суперские, шикарные. Как я поняла, что вот эта вот серия, как я поняла, идут таких крупненьких дракончиков, ну, крупненьких таких, не маленьких. И здесь отсутствует у любой игрушки, как я поняла, залп. То есть пулька, которую он стреляет. В принципе, что мне кажется довольно логично, так как если это играет маленький ребенок, то он вполне возможно может ее потерять. А тут он может хотя бы крыльями пошевелить, и если ему нравится, то он может поставить, и она будет красиво у него стоять. Ну или, как я еще говорил, он может ее просто взять, поехать в гости к бабушке, к тете на дачу, там, я не знаю, куда он хочет, и ничего не потерять, потому что, блин, ну вот просто одна игрушка, и все. Что ее стоит положить в какую-нибудь там коробочку, сумочку, причем у него все там сгинается, вот крылья вот так вот положишь. Все в порядке. А, кстати, у нее из пластика сделан у нее хвост, ну такого мягкого, ну, сам такой. Твёрже, кстати, как у кривоклыка, вот. У него вот здесь вот он сделан мягко. Очень. Но тут у него нигде, в принципе, таких мягких элементов нет. У него все твердое, как я поняла. Но все равно. Да, тут даже твердое. Поэтому такой вот хвост у него мягенький такой. Вообще, да, я очень-очень довольна, я очень рада вот этим подарком, так как я просто обожаю компьютерик, он просто обожаю. Сейчас говорю, хейтеры, если вам не нравится, просто не смотрите, смотрите My Little Pony, и хватит писать всякие такие гадости. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и смотрите мои видео, и, конечно, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!